В Надымском районе подтвердили еще 10 случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие находились в контакте с двумя людьми, у которых вирус подтвердился в четверг. В поселке Пангоды введен режим карантина. По словам директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, развернуты 42 койки в Надымской больнице, 102 в Новом Уренгое. С субботы открывается спид-центр, который подготовил к приему 50 коек. Готовят корпус и в Салехардской больнице. Округ оснащен всем необходимым сверх нормативных показателей Минздрава, чтобы быть во всеоружии при самом негативном варианте развития событий.